План капитального ремонта утвердили в Хабаровском крае. В этом году в списке на восстановление фонда 651 дом. Их адреса указаны в специальном реестре. На капитальный ремонт жилых домов собираются потратить почти 1,5 миллиарда рублей. В Хабаровске уже приступили к работам. Репортаж наших корреспондентов. На крыше хрущевки по улице Гагарина уже идет ремонт. Заново устанавливают деревянный каркас кровли. Старая защищала жильцов от непогоды больше полувека. Конструкция крыши не позволяла подобраться к вентиляционной системе, чтобы прочистить ее. Теперь жильцы смогут дышать в квартирах полной грудью. В ходе ремонта кровель выполняем капитальную очистку вентиляционных систем. То есть в данный момент вентиляционные шахты разобраны. Мы их чистим капитально, и затем они будут уже смонтированы согласно проекту. Только в поселке Горького в очереди на капитальный ремонт 10 жилых домов. После проведения аукционов строители начнут менять в них электропроводку, ставить счетчики, восстанавливать фасады и крыши. Замена кровли в среднем стоит от 2 до 6 миллионов рублей. Для выполнения дорогостоящих работ региональный оператор предоставляет собственникам рассрочку до 15 лет. Если сегодня мы говорим про пятиэтажки, пятиэтажные дома сегодня накопили в среднем где-то от 300 до 600 тысяч рублей. Понятно, что это не хватает денежных средств. В план капитального ремонта, который составили в мэрии Хабаровска, в этом году вошло около 296 домов в разных районах города. Убедиться, что дом попал в этот список, можно на сайте регионального оператора. Общая сумма работ только по краткосрочному плану порядка 700 миллионов рублей. Это почти у нас с вами десятая часть домов, которая входит в программу. Ремонт крыши в хрущевке по улице Гагарина подрядчик обещает завершить через 2 недели. Гарантию качества дает 5 лет. Ксения Брониславская, телеканал «Губерния».